Бинокли со времен своего изобретения предназначались для решения одной и той же задачи – наблюдения за отдаленными объектами. Собственно, с тех пор их роль особо и не поменялась. От дамского театрального бинокля до биноклей, состоящих на вооружении всех стран мира, они решают одну и ту же задачу. Несомненно, с тех пор их функционал намного стал больше. Они могут определить расстояние до объекта, они могут работать в условиях низкой освещенности и так далее. Сегодня в нашем обзоре классический полевой бинокль Казанского оптико-механического завода BPC-5 8х30, 81 года выпуска. BPC-5 8х30 – универсальный, компактный и качественный бинокль, который будет уместен в походе, прогулке, на рыбалке или даже охоте. Как и все оптические приборы, производство Казанского оптико-механического завода отличается высоким качеством сборки, надежностью и долговечностью, которая, кстати, проверена временем. Оптическая схема с призмами пор обеспечивает большое поле зрения и максимально контрастное изображение. Все оптические компоненты бинокля изготовлены из высококачественного стекла и имеют многослойное просветление. Вам не потребуется отдельно настраивать резкость в каждой трубе бинокля. Прибор имеет систему центральной фокусировки. Оба канала настраиваются одним маховиком. Для людей, у которых острота зрения левого и правого глаза отличается, предусмотрена возможность диоптрийной коррекции правого окуляра, резьба которого металлическая. Прочный металлический корпус этого бинокля имеет эргономичную форму и очень удобно лежит в руках. В комплекте этого бинокля были ремешок, желтые наглазники, а также отличный кожаный чехол.